Слушает сын твой, ты только говори.
Не умолкай, Господь, Бог мой.
Больше, еще больше, Господь, мы открываем свое сердце для Тебя, еще больше прикоснись к нам, Боже, прикоснись, Господь, прикоснись, Отец. Чтобы я в тебе был
совершенно другим. Прикоснись ко мне и сделай сердце таким, чтобы я в тебе был совершенно другим. Прикоснись ко мне и сделай сердце таким, чтобы я в тебе был совершенно другим. Прикоснись ко мне и сделай сердце таким, чтобы я в тебе был совершенно другим. Прикоснись ко мне и сделай сердце таким, чтобы я в тебе был совершенно другим. Прикоснись ко мне и сделай сердце таким, чтобы я в тебе был совершенно другим. Любовью. Ты сердце мое исцели. Исцели меня.
Боже, зажги. Зажги своєю любов'ю, Боже, перша любов. Жаждет тебя.
Ты берешь нас на руки, Ты проводишь нас в пустыне. Я жажду Тебя, Иисус. И это время для того, чтобы приблизиться к Тебе. Ты даешь это время, чтобы мы искали Тебя, чтобы мы жаждали Тебя. Боже, Ты настолько близок сейчас каждому из нас, где бы мы ни находились в части этого зала, Господь, Ты присутствуешь в нашей жизни особенным образом. Боже, мы можем переживать Тебя, Твое движение, Твою силу, Твою благодать. Боже, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, великий Царь, потому что только Ты достоин всей славы. Из наших уст, из наших сердец, в нашей жизни. Боже, только Ты достоин всей славы. Я верю, что когда мы поклонялись Господу, Бог показал мне несколько человек, которые имеют проблемы глаукомы. Я верю, что Бог здесь, чтобы коснуться тебя сегодня. Где бы ты ни находился, Бог сейчас желает прикоснуться к тебе. Бог сейчас желает явить славу свою в твоей жизни. Поэтому просто позволь Ему делать это прямо сейчас. Отец Небесный, мы выступаем против всякой болезни глаукомы во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Твою исцеляющую благодать. Мы провозглашаем силу и помазание во имя Иисуса Христа. Лей достану. Кто-то из находящихся в зале, вы имеете проблему глаз катаракта.
Бог здесь, чтобы прикоснуться к Тебе. Отец, во имя Иисуса Христа, мы молимся, болезнь катаракта во имя Иисуса. Мы проглашаем Твою исцеляющую благодать, Твою силу и Твое помазание во имя Иисуса Христа. Мы проглашаем исцеляющую благодать, Твою силу, Отец. Лейда, собрашти, ты либо посотра правильно. Естественно, как человек, который имеет проблему остеохондроза, ваша шея, она подвержена этой проблеме. Бог здесь. Он самый чудесный костоправ. Он самый сильный специалист позвоночника. Библия говорит, Он соткал нас по образу и подобию Своему. Он знает каждый хрящик, каждую косточку в нашем теле. Он знает значение и предназначение всех этих костей. Бог сегодня здесь, чтобы прикоснуться к Тебе. Бог сегодня здесь, чтобы восстановить Твой позвоночник. Поэтому просто позволь Ему прямо сейчас. Позволь Ему коснуться Тебя. Отец, во имя Иисуса Христа, мы молимся за позвоночник, Господь, жизни этих людей. Мы приглашаем Твою исцеляющую благодать от всякого остеохондроза во имя Иисуса Христа. Мы приглашаем исцеление, силу Божью, помазание Божье во имя Иисуса. Во имя Иисуса, молимся. Человека, который в сильной депрессии. Возможно, у вас есть повод для депрессии. И вы где-то даже сожалеете о своей жизни. Я хочу сказать, Бог здесь. Бог, который только Он дает особенный мир в наши сердца и нашу жизнь. Мир, без которого невозможно жить. Это внутренний покой. Это когда Бог упорядочивает все внутри тебя. И Бог говорит, я хочу это сделать в твоей жизни. Просто отдай мне все то, что тебя тяготит. Позволь мне прикоснуться к твоей душе, к твоему сердцу. Отец, во имя Иисуса Христа, мы молимся за этого человека. Мы провозглашаем Твой мир и божественный порядок во все сферы жизни, дух, душу и тело, во имя Иисуса Христа. Боже, приведи все в свой божественный порядок. Коснись сверхъестественным образом. Яви славу свою, Господь. Яви славу свою, Господь. Яви славу свою, Господь. Эй, да, слава. Отец, а мы Твои дети. Благодарим Тебя за Твое отцовство. Благодарим за любовь, особую любовь к каждому из нас. Боже, Ты любишь нас индивидуально. Ты знаешь нас по именам. Ты знаешь желание нашего сердца и Твое огромное желание, чтобы все мы были счастливы. Счастливы не по тем критериям, которые сегодня строит мир и создает.
Боже, ми желаємо бути щасливі по Твоїм біблійським критеріям. Бути дійсно щасливими, независимо від обстоятельств, независимо від проблем, які вокруг. Боже, благослови нас иметь именно такое счастье во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Оправдавшись верою, верой Господа.
Аллилуйя!